Великого Господина Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всей Руси, и Господина нашего Высокопресвященнейшего Илариона, Первого Иерарха Русской Зарубежной Православной Церкви, и Господина нашего Высокопресвященнейшего Сергия, Митрополита Барнаульского и Алтайского, и Господина нашего Пресвященнейшего Всеволода, Епископа Славгородского и Каменского, да поменит Господь Бог во Царстве Свое, всегда, ныне, присно, и во веки веков.
священство, монашество и всех православных людей, гонимых за веру православную, да помнит Господь Бог во Царстве Своем всегда, да не принесет во веки веков. Всех здесь предстоящих, труждающихся, жертвами для святого храма сего, и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков.